Привет! А сегодня мы продолжаем проходить The Forgotten City, затерянный город, детективное приключение. Попали мы в прошлое, в прошлой серии. Самый главный тут попросил нас узнать, кто же может согрешить в данном городе, тем самым. Тем самым разозлить богов, навести проклятие на весь город, превратив всех жителей этого города в золотые статуи. Как говорилось в этой игре, так сказать, настигнет кара Медузы Горгоны и Мидаса, царя Мидаса. Вот. Также мы узнали, что один из членов этого города пропала, конкретно сестра магистрата, дочери магистрата, у которой был любовник. Кто был этим любовником, мы пока не знаем, но я надеюсь, что наши разгадки, наша детективная цепочка все раскрутит и приведет нас куда надо. Также в этом городе сейчас ведутся перевыборы. Возможно, магистрата могут и не выбрать на следующий срок. Да, очень смешно. Так, последнее. У меня есть дополнительные задания, есть основные задания. Основные задания — это золотое правило. Понять, кто наибольшей вероятностью нарушит. Короче, найти того, кто мог бы согрешить. Точка отсчета — это создать временной парадокс. Для чего? Для того, чтобы мы могли вернуться в свое время. И дополнительное задание — последнее издыхание. Выяснить, что беспокоит Лукрецию. Вот можно было бы, наверное, не сейчас сходить. Давайте отслеживать это задание. 70 метров до него. Кстати, да, мы уже не можем разговаривать с дочкой магистрата. Она на нас обиделась, потому что мы на нее немного наехали, не обдумавши. Ну что ж, вот она, кстати. Я надеюсь, что с остальными нам будет повезет лучше. Также нам магистрат разрешил везде ходить и читать все возможные записки, если, конечно, люди не будут против. Так, дневник. Дорогой дневник, сегодня отец предложил мне начать вести дневник, чтобы отвлечься от ужасного исчезновения моей сестры. Вот о чем я и говорил. Как послушная дочь, я, конечно, подчинилась, поэтому следующие страницы будут содержать мои самые сокровенные тайны. Следующая страница. А вот, я знаю, что ты читаешь это, отец. Я, может быть, и молода, но не дура. Все мы имеем право на секреты, Синтия. Короче, ну, каждый имеет право на секреты, а не дневника. Ну, возможно, вообще нам ничего это не дало. Склянка. Маленькая склянка с примитивными духами, сделанными из цветов. Чем она нам могла помочь, эта склянка? Короче, ни о чем. Короче, вот что я еще хотел сделать. Настройки игры. Я хотел сделать аудио. Давайте общую громкость мы на 60. Да, сохранить. Общую громкость на 60 слушал до этого, просматривал свое видео. Понял, что мой голос как-то так слабенько слышен на фоне остальных звуков. Опа, это у нас так. Это у нас обиженка. Будем ее звать так, обиженка. Обиделась на нас. Так, может, поговорим с этим, с Горацием? Не я, кстати, это магистрат. Citizen. Гражданин? Я уже гражданин, ничего себе, быстро мне дали вид на жительство. О, ты снова здесь, есть новости о расследовании. Новостей пока, к сожалению, нет, но... Так. Давай-ка вот. Так, ну это мы все смотрели. Это мы уже все задавали, как-то, да. Now, was there something else you wanted to discuss?
Варка, расскажи о себе. Меня зовут Стас. На подобающей моей должности обращением магистрат. И не вопрос, все равно я не забыл, как тебя зовут. Я служил в Тигриной кавалерии Рима, помогая оберегать цивилизацию от варваров. Экурионом? Да. Офицер кавалерии. Под моим командованием было 30 человек, а это была моя форма. А, кстати, заметно, зачем ты до сих пор ее носишь? Поэтому обычно ношу тогу, но, возможно, сегодня мне придется создать портал, а до этого момента еще нужно дожить, так что... Так что что? Как ты здесь оказался? Как ты стал магистратом? Поговорим. Давай, как ты? Мы с солдатами стояли в почетном карауле в римском эмпориуме, куда на барже должен был прибыть важный гость. В этом порту всегда люди. Но когда прибыла делегация, к реке побежали, отовсюду толпы людей со всех улиц и переулков. Они пытались убежать от ужасного пожара. Увы, моя лошадь испугалась толпы. Я помню, как она упала у берега. I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse. Так, я пошел искать свою лошадь. Наверное, не нашел ее, но об остальном наверняка догадался. Нашел только одинокий храм. Так. Как тебя выбрали, да? Меня избрали 7 месяцев назад. Я уже руководил людьми, так что никто не спорил. С тех пор людей все больше волнует следующий выбор. По закону они ежегодны, но я надеялся успокоить моих избирателей и согласиться провести их раньше. Но, кажется, это только предалось смелости некоторым личным. Поговорим еще о чем-нибудь, давай-ка, да? Знаешь, как отсюда выбраться? Вроде ты мне сам сказал создать парадокс. Думаешь о золотом праве? Да, ну. Thank you. I'll be waiting here for news. Не хочет он разговаривать по своей пропавшей дочери. Я думал, блин, ты смотри, там кто-то это зарядкой занимается. И гад, это. Молодой человек, по-моему, ваша барышня уже давно вас покинула. Молодой человек. Ладно. Ахиллес, сын. Поговорить, кто это вообще? Блин, он больше похож на это. О чем вы говорили? Да не, я говорю, что ушла девушка-то, ушла. Кстати, возможно, это будет любовник. Сестры. Так, это этот. Господи, Оуэн. В Колизее дрался-то гладиатор, точно. Понять не имею, о чем ты говоришь. Прости, что? Не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле. Мне повезло заметить тебя. Я видел, как вы шептались со стариком. Что он тебе предлагал? Деньги? Услуги? Только стоит твой голос? Понятно, это заговорщик, блин, а не этот, не Ахиллес. Он не пытался купить мой голос. Мы не говорили о выборах, что мне за это будет. Да не, давай так. О, значит, ты это делаешь без... Ах ты, блин, нет, смотри, никак не... Он... Помни мои слова к концу, для Малеон станет магистратом. Если я скажу ему, что ты теперь на стороне этого немощного старика, то ты пытаешься подорвать его с таким трудом завоеванную победу. Ты совершаешь ошибку, выбрав не того покровителя. Нет? Я не хочу проблем, не плевать на выбор. У меня и мысли не было вмешиваться. Так... Заговорщики у нас здесь, да? Так. Да, блин, давай на тут. Хорошо, тогда не лезь. Никому не нравится, когда Эфер Мердер, чужеземцы, вмешиваются в выборы. Хорошо, не против, если дам несколько вопросов. Спасибо за теплый прием. Да, давай. Эх, валяй. Так, ты не знаешь, как отсюда... Что ты думаешь, за кого будешь голосовать? Меня зовут Домитий. Я контакты с Малеолом только через меня. И одежда. Да, кстати. Why? Потому что я есть главный. Логично. Понятно, ты не рядом с ареной. Хочешь увидеть, как я дерусь? Продолжай раздевать рот. Эй, хорош обзываться-то уже. Так,
Как ты знаешь, как отсюда выбраться? Он победит на выборах, это место изменится, даже не захочешь покидать его, вот увидишь. Понял. Так, что думаешь о золотом праве? Думаю, с нас уже хватит, и Малиол собирался положить ему конец, как только его изберу. Звучит здорово, что я могу сделать. Как он собирается это сделать, не очень-то верится. Ну подожди. Мы уже собрали голоса, необходимые для победы. Просто не мешай нам, и не будет проблем. Ну понятно, что, зачем тут спрашивать, за кого ты будешь голосовать? За Малиола, блин. Малиолус, of course. Если старик Синити не может защитить даже собственную дочь, как можно доверять? О, кстати, насчет дочери, может, ты что-то сейчас появилось. Ой, жаль. Вот только он занят. Если только... Нет, не похоже, что ты можешь себе это позволить. Ой, именно. Я рад, что спрашиваю. Видишь ли, он занятой человек, а сегодня важный день. Он будет внутри репетировать свою вечернюю победную речь. Он оставил мне строгие инструкции и сказал, что не хочет, чтобы его беспокоили. Так что, если хочешь его увидеть, дай мне что-то ценное. А что для вас ценное? Понять, как пробраться на виллу к Малиолу. Понятно. Хорошо, что тебе нужно. Разве требование взятки не является грехом? Я посмотрю, что могу сделать. Забудь об этом. Я найду друг. Так, подожди. Давай к нему. Не обязательно сказать Синтею, что вы подозреваете Домиция. Да, неуважение. Мне, твоему будущему покровителю. Угу. Хорошо, а что ты хотел? Знаю, что-нибудь хорошее. Так, ладно. Пусть подарок будет хорошим. Так, подожди. Насчет подарка, который ты хотел. Так у меня нет пока ничего. Зачем мне ему сейчас задавать эти вопросы? Так, давай пойдем. Блин, это слишком много у нас уже. Блин, и он дальше смотрел. Ай, блин, отжиматься начал. Ладно. Подожди. Эй, ты же не собираешься лезть в цистерну? Что за цистерна? Собираюсь, а что это не входило в мои планы, но теперь... Тебе никто не рассказывал о Ганнибале? Почему я должен за всех делать? Мне никто не рассказывал, что за ерунда. Так вот, был тут один парень, звали его Ганнибал. Забавным акцентом. Спускался в цистерну и искал хлам, который можно было очистить. Однажды, несколько недель назад, он вышел и сказал мне, в цистернах воются привидения. Пытался услышать вопли духа. Конечно, ему никто не поверил, ведь кто поверит карфагенянину, верно? В общем, через несколько дней он снова вошел туда. Прошло несколько часов, но он так и не нашел. Не вышел, понимаешь? Спускаюсь за ним, значит, темно, но вдалеке можно разглядеть тело распространенное. Стертое на земле. Над ним сгорбилось нечто, от чего у меня кровь застыла в жилах. Ни слова лжи, так все и было. Существо, похожее на труп человека, с содранной кожей. И оно пожирало Ганнибала. Еще какие-то загадки, блин, прям как сериал извне. Что ты сделал, разве это не нарушило бы золотое правило? Что звучит довольно неправдоподобно. И что ты сделал? Я вышел оттуда и повесил на дверь табличку, чтобы предупредить остальных. История, конечно, захватывающая, но я все равно пойду тут. Без оружия? Тогда тебе не жить. Почему без оружия? У меня есть оружие. Но давай-ка мы пока туда не пойдем. О, смотри, где можно, оказывается, открывают. Вот о чем шла речь, типа, что... Чернильница. Кажется, чернил сделал из ошибки. Говорилось о открытом мире, что везде, значит, можно ходить. А здесь... Тут еще одна чернильница. Нет. Еще одну чернильницу мы осматривать не будем. О, блин, да подожди, тут место. Опа! Я попробую тебя направить. Нажмите кнопку, чтобы увидеть. Или задать. Так, подождите, а это кто стоит? Какой-то чувак. Блин, я все никак не могу дойти сделать доп-задание.
много-много-много людей. Так, сверху что-то лежит. Не, это ложа просто. Для отдыха. Скульптура Минервы, римской богини военной мудрости. Типа Афина, да, у греков? Понял. Понял, так. Видать можно, красться можно, оказывается. Мы это только сейчас узнали, что ли? Это кто у нас? Если... Да давай уже, раз мы пришли, давай уже каким... Переговорим. Великий храм прекрасен, правда? Ух ты, кто ты такая прекрасная незнакомка? Новое лицо, Аве, да присмотрит за тобой Веста. Я Эквития, чем обязана? Не знаешь, как это... Так. Ну, в принципе, тут везде одинаковые вопросы. Просто истории разные, да? Ну и ну, там откуда ты родом, люди довольно прямолинейные, да? Есть такое. Как он, даже обычно никто не подходит к жрице Вест, просто так и не просит рассказать о себе, без формальности, без учтивости. А мы прямо в лоб. Прости, как следовало поступить? Приятный подход договориться с общим высокопоставленным знакомым, чтобы нас представить. Наша встреча тебе бы удалось понять, как ко мне обращаться. А потом пришлось бы искать обходной способ удовлетворить свое любопытство. Но если честно, мне всегда казалось, что все эти формальности лишние, так что... Вот нам повезло. Давай, по-твоему, будь собой и спрашивай, что пожелаешь. Перемены освежают. Чем занимаются жрицы, чем ты занимаешься, поговорим. Так, ладно, давай. Знаешь, я не уверена. А тебя как сюда занесло? Да она вопросом на вопрос отвечает. Так делают только эти, да? Девушка по имени Карен вытащила меня из реки. Блин, ну смотрю, а мне как бы и не предоставляют никакого варианта ответа. Ну, это имя не показалось тебе странным? Показалось. Имя, конечно, старое, но на моей родине порой встречается. На моей родине... Мне кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь. Догадываешься? Что ж, тебе случалось говорить с остальными о том, как они сюда попали? Думаю, тебе стоит этим заняться. Поспрашивай у них, что они помнят. Посмотри, не найдется ли совпадений. Договариваешься. Там это... Хорошо. Не забывай об осторожности. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой произошло то же, что с Ливией. Что произошло? Еще несколько недель назад она активно участвовала в жизни нашей общины, штопала одежду, стригла волосы. Она всегда была очень общительной, болтала с новенькими, спрашивала, откуда они и как туда попали. Около месяца назад она внезапно изменилась. Замкнулась, перестала работать и помрачнела, начала говорить сама собой. Мы с Галереем ходили к ней, хотели помочь. С Галереем, наверное. Она затравленно нас посмотрела, называла нас бледными тенями, сказала, что мы не знаем про совпадение. Это может быть и не связано, возможно, она просто заболела. Или, как считает Галерий, ей стало слишком тяжело жить золотым правилом. Но вдруг она что-то узнала, увидела совпадение, которым слепы остальные, и это ее сломало. Я не хотела, чтобы это произошло с тобой, так что не забывай об осторожности. Спасибо, а теперь отправляйся за ниточкой правды по этому лабиринту и возвращайся, если найдешь совпадение. Подсказка. Эта реплика сделает данное задание приоритетным. Маркеры будут показывать только так. Посмотрим, что... Боюсь, нет. Думаю, мы останемся в этом изгнании до всеобщего суда. Уверен, золотое правило – дело рук богов. Но это странно. Их никогда не волновали наши оплошности. Ведь мы чтили мир богов.
Мы просим об благословении, здравии, плодородии и победах, а в ответ выносим почести, возносим почести и одариваем их иными благовониями и животными. Но здесь им этого кажется мало. Вспоминается история из великолепного творения нашего великого поэта Овидия «Метаморфоз». Хочешь послушать? Вред ли мне? А есть короткая версия? Думаю, да. Юпитер и Меркурий устроили городу проверку, притворились бродягами и попросили жителей их приютить. И отказали им и провалили проверку. Все, кроме пожилых супругов Филимоны и Бавкида, боги помиловали их и даровали им исполнение желаний. А потом стерли город с лица земли. Кто-то говорит, что мораль этой истории в том, что нужно чтить священный ритуал гостеприимства, взаимные обязанности гостей и хозяева. Но, по-моему, мораль в том, что нужно всегда проявлять доброту к тем, кто повезло меньше, чем нам. У меня могут видеть повальную проверку. Соглашусь. Так. Должен завершиться к сумеркам, как и остальные официальные дела. Выбирать между текущим магистратом Сентием и претендентом Малиолом. Почему ты спрашиваешь? Я могу... Кто может голосовать? Все желающие горожане мужского пола, если, конечно, сами не участвуют в выборах. А я могу проголосовать? Женщине нельзя голосовать. Well, ты пока не гражданин, так что боюсь, что нет. Если тебе это утешит, есть другие способы повлиять на результаты выборов. Например, используя то, что тебя наградили боги в рамках приличия, конечно же. Моя обязанность объявлять об их начале и следить за порядком проведения. Можешь, если он соответствует требованию и захочет принять предложение. Что нашлось, какое-то совпадение? Да никаких. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Так, ладно, пойдем. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. О, боже. Так, ну хотя бы она с нами разговаривает. Почему ты здесь? Блин, я откуда знаю? Как ты попал сюда? Вот почему. Зачем спрашивать меня об этом? О, хоть какой-то дружелюбный один человек к нам нашелся, да? С нами готовы разговаривать. Радует. Боже, блин, а это кто такой? Это кто-то провинился, что ли, или что? Еще один, вон, смотри. А, не надо, не надо! Так, ладно, мы шли на доп. Задание. Просто ну не. Так, он чувак, смотри, еще стоит. Город довольно-таки большой, я хочу сказать. Эти. Обыскать? Наверное, сейчас не самое время обыскивать народ. Лаж с травами. Так, ну ясно. Давай с Лукрецией переговорим. Лавка. Дай мне минуту. Прости, я не могу. Немного не в себе. Я потеряла пациента и близкую подругу. Юлия была хорошим человеком. Мне хотелось задать пару вопросов. Вернуться позже.
She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of Silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Desius знала, had some at his market store right around the corner, so I ran over there. But he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be a thousand denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that пожал плечами и сказал, спрос рождает предложение. Недорога тебе жизнь подруги, я смотрю. Блин, ну он вообще какая-то жопа. В другом месте я бы просто на него ловаришь, он украл все. Но с золотым правилом себе такое не позволишь. Вернусь и наблюдать, как она умирает. Извиняться. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. А он может прийти и завтра, через час. Мне плевать, как ты его достанешь. Делай что угодно. Если я так потеряю еще одного пациента, то клянусь всеми богами, меня не остановит даже золотое правило. Я пойду к этому и выцепрую ему глаза. Сказать Синтю, что подозреваете Лукрецию. Да почему ее подозревать-то? Она-то еще пока ничего... она может нарушить золотое правило. Эта реплика сделает данное задание приоритетным. Маркеры будут показывать только. Но ее как бы можно понять. Well, приходи и днем, и ночью, если заболеешь или поранишься, помогу, чем смогу. Попытаться убедить Деци отдать сок. Блин, ну... Я не знаю, она даст мне ее обыскать? Тоже мне обыскали, называется. Статуя Аполлона. Странно, в греческом мифологии Аполлон, по-моему, бог солнца. Если я не ошибаюсь. Хотя я могу. Блин, не знаю. Так, вон там чувак стоит еще. Ну, по-моему, вот это, да, ее... Банка хлеба? Можно разделить на кусочки. Похоже, что ее может взять любой желающий. Давай, возьмем. Два взяли и нормально. Возьмем, да? Так, простой... Рецепт выпечки хлеба. Ингредиенты. Щепотка дрожжей, щепотка соли. 2,5 стакана теплой воды. Мука. Для смешивания растворите дрожжи. Насыпьте муку в отдельную миску и постепенно добавляйте воду и смешивайте тесто, пока оно не перестанет быть слишком липким. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Выпекайте до золотистой корочки, а потом дайте отсыпать. Остыть, не остыть. Ух. Так, теперь мы знаем рецепт рипского хлеба. Каменная мельница. Похоже, что мука и зерно насыпалось сверху и перемалывалось. Это мы знаем, как делать. Это мы могем. Сальвай. Эти сальвы. Это тут что написано? Опий вор, он спер мой кошелек, и я, чтобы это не писал, он не успел закончить. Опять леща дали, блин, да? Писал, писал и дали леща. Давай с ним переговорим. Я тебя не знаю, но добро пожаловать в наш райский уголок в этой огромной империи. Я Деций. Змеюка подколодная. Нам всем нужно жить дальше, верно? Так, расскажи о себе. Хочешь знать, как я тут оказался? Это долгая история.
Давай, рассказывай. Ну что ж, я занимался добычей редких и драгоценных предметов, которые находились во владении врагов Рима. По большей части это скульптуры и вазы, иногда рабы. Раньше у меня была лавка в Риме неподалеку от форума. Там много клиентов и порт неподалеку. Хорошее место, жаль только нам спахивать. Где-то 7 месяцев назад половина Рима объял пожар. Все, кому не удалось добраться до внешних ворот, кинулись к реке. Поэтому я погрузился свои деньги в пару ценных ваз, повозку, взял с собой самую верную рабыню, юную красавицу Аканта. По берегу до реки я расталкивал толпу людей, к которым обращал. Но, к моему удивлению, мы добрались до реки, там я видел нагруженную под завязку баржу, которая почти утонула. Но мои деньги пришлись капитану по вкусу, поэтому я начал погружать вещи, а он положил руку. Нет, он слишком тяжелый. Поберет повозку либо девчонку, выбор был очевиден. Взял повозку, ты взял... Ну, блин, мне кажется, он все-таки взял повозку. Естественно, новую рабыню всегда можно найти, если есть деньги. Поэтому я положил руку на повозку, а девчонка, кажется, поняла, что происходит, поэтому что очень широко раскрыла свои черные красивые глаза, и одним резким движением она сбрасывает свою повозку прямо в Тибр. Ты все-таки взял ее с собой? Кажется, я догадываюсь, к чему иди. Не. Конечно нет, я кинулся воду, что ты не слушаешь. Там ведь были все мои деньги, черт их дери. Видимо, я ошиб голову, потому что все вдруг почернело. Когда я пришел сюда, все то оказалось на берегу неподалеку отсюда. С собой у меня была лишь одна серебряная монета. Давай пособолезную. Спасибо, друг, но как выяснилось, все это было к лучшему, ведь это место настоящее сокровище. И оглянись, здесь золото больше, чем в римской террарии. Понятно бы еще, как его отсюда вывести. Боюсь, что нет. Если тебя совсем уж захватило отчаяние, поговори с Аврелией, таверни. Говорят, она знает, как отсюда выбраться, но я бы ей не доверял. Как по мне, здесь хватает мутных личностей. Так, что думаешь о золотом правиле? Оно как минимум провоцирует страшную инфляцию. Здесь валится золото, столько золота, что оно и гроша не стоит. По крайней мере, у меня есть мысль, как обзавестись настоящим богатством. Для этого мне понадобится лук, обычный композитный лук. Я обыскал этот город вдоль и поперек, но ничего не нашел. Но если вдруг тебе повезет больше, тащи лук сюда, и тогда мы поговорим. Раздобыть, посмотрим, что можно сделать. Магистрат ведь запретил оружие. Камалеон, Сентий не смог уберечь свою дочь, как он защитит нас? Подожди, давай о чем-нибудь. Естественно, за разумную цену в 1000 динариев ты его получишь. Ты не найти, ты заламываешь цену на лекарства. А это уже не моя забота, но если ты найдешь себе работу, будешь вкладывать и откладывать, то лет через 5 может накопить нужную сумму, правильно? Присмотреть еще что-нибудь, что тебе по карману. Украсть сок. Ага. В принципе, там ничего такого и не узнали, да? Ну, если мы ему, может быть, найдем лук, а? Оп, смотри, сразу палит, да? Так, это кто? Народу? Со всеми разговаривать, блин. Неизвестно вообще кто. Name's Rufius. Руфи, а ты лучше будь осторожнее. Я бы сказал, это на Маркуса больше похож. Can't talk, Lord. Не могу долго говорить, нужно сохранять бдитель. Но моя семья родом из Селивки на Тигре. Это Вавилонская провинция, но я уже давно стал римлянином. Даже вступил в легион 6-й. Тот, который называют словом пирата. One they call Ironclads.
Магистр заставил меня бросить его в ущелье, глупец. Придется импровизировать. Магистрат. Как и все остальные. Понятно. Потому что всем нам грозит смертельная опасность, разве это не очевидно? А ты не разговорчив. Не твое дело. Понятно. If I did, do you think we'd be having this conversation? Так, что думаешь о золотом правиле? Меня злит, что мое выживание зависит от здравого смысла остальных. Но все эти люди ведут себя как ни в чем не бывало, а нас от кончины, как и от всех, кто жил здесь до нас, отделяет одно неразумное решение. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm Похоже, the only я единственный, кто готов к тому, что грядет, чтобы это не было. А когда все начнется, каждый будет сам за себя. Hits, и я тебя приду. It's everyone for как themselves. Психованный. You've been warned. Пряник уже потик. I don't know. Не знаю, но тебе не кажется, что эти статуи следят за нами? Они будто ждут чего-то. Не нравится мне. Арен, наш знакомый пошел, лысый из Бразерс. Like да, у тебя паранойя по-любому, блин. Давай не будем мы их. За кого будешь голосовать? Малеон, не уверен, что Смитию можно доверять. Он не сумел защитить собственную дочь в грешном городе. Как же он защитит остальных? Да они все достали уже, все знают про эту дочь. No. Вообще никак, понял. Can't talk long. Ой. Families... If we have to. Я пойду, Whatever. Все. Так, а что у нас за задание? А, у нас задание запретная вилла. Понять, как пробраться на виллу, понятно. Так, давай-ка попробуем, может лук найдем. Ага, вообще маркера нету, то есть тут без вариантов, я понял. Попросить местных рассказать себе что-то. Так, что-то такое правило. Последнее красть. Смысл-то красть. Как бы давай-ка не будем здесь грешить. И меня... Да опять этот шепот. Такое ощущение, что в натуре. Лежим сейчас в реанимации. А с нами там разговаривают наши знакомые, близкие. Типа, давай, просыпайся. Еще один лысый. Джорджиус. Да, подожди, должен знать, что одежда у тебя очень необычная и модная, мой друг. Это кто такой? Георгий. Кожаные сапоги. Так, мне довелось путешествовать по далеким торговым путям, от рынка в Дамаске до фермы Индии. Но такой одежды, как тебя, я никогда не встречал. Прошу, расскажи, из какой экзотической части мира ты родом? Какой ты любишь исследовать мир, как и я. Чудесно, у тебя должно быть в запасе много интересных историй, скорее бы их услышать. Ладно, мы еще и успеем познакомиться поближе. Тебе нужна помощь? Вижу, одежда тебе не нужна. А вот может информация пригодится? Информация мне нужна. Знаешь, как так. Расскажи, да, о себе. Как мило с твоей стороны, я портной. Моя скромная лавка расположена на этом форуме. Здесь, как ты здесь оказался, поговорим. Хороший вопрос. Я бы сказал, отлично. С удовольствием бы тебе рассказал, вот только я сам мало что помню. Да, расскажи.
Помню, я был в Риме, торговал товарами удивленного качества и, заработав целое состояние, решил это отпраздновать. Я арендовал престижную виллу на берегу Тибра, пригласил нескольких лучших друзей, и мы наслаждались лучшим вином, которое только можно купить за деньги. Надо сказать, вина было много. Ну, понятно. У меня раньше были галлюцинации, да и в странных местах я просыпался не раз. Мне даже доводилось приходить в пустыне, будучи совершенно голым, и ни раз такого со мной еще не случалось. На этот раз я помню, как слышал крики людей, которые падали в пропасть, а в ней лишь пустота, они жадно пытались вздохнуть воздух, а затем ничего. Когда я пришел в себя, то лежал голым на берегу Тибра, как далеко была моя вилла, известна только одним лишь богам. Выходит, ты плыл по Тибру. Именно так, мне повезло, что у меня был дополнительный груз, только благодаря ему я и не утонул. Как бы то ни было, похоже, меня спас и вернул к жизни некий доброжелательный незнакомец. Как-то раз я пошел искать дрова для костра, и в его лагере наткнулся на пещеру. Обнаружил храм с подземной шахтой и оказался здесь. Кстати, вспоминали Рик. Незнакомца. Ну да, кстати, все на реку, все видели незнакомца какого-то. Имеешь в виду, зачем я вообще стал открывать лавку, учитывая все это безобразие с золотым правилами и явный остаток клиентов? Ну, типа да. Именно из золотого правила я хочу напомнить своим друзьям, как это важно хорошо выглядит. Да, конечно, соглашусь. Если мы все станем золотыми статуями, а будущее поколение придется глазеть на нас, то не знаю, как так, а я хочу выглядеть прекрасно. Поговорим. Так громко. Чего? Разве тебе не рассказали о предыдущей попытке? Видимо, мне придется взять эту ношу на себя. Эх, это долгая история. Попав сюда, мы все задаем себе один и тот же, как отсюда выбраться, что вполне естественно. Пираться на ущелье невероятно, оно слишком высокое и крутое. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Второй вариант — выбраться отсюда тем же путем, которым мы сюда попали, через шахту над баней. Шахта расположена высоко, но если собрать достаточно древесины, можно сделать несколько лестниц и взобраться по ней. Так, кстати, ну так никто не пробовал. Именно к этому я и подвожу. Эту попытку применили находчивые ребятки, которые никогда здесь жили. Некогда. Они даже сделали запись о своей попытке побега для потомков. К сожалению, как только они взяли в руки первую лестницу, подобный голос принялся трясать весь город, и на этом их история трагически закончилась. Выходит, любая попытка побега способна навлечь гнев богов, наблюдающих за этим местом, значит, такое даже обсуждать не стоит. Ясно. Свершивший грех погубит всех. Я ведь грех, для меня это не в новинку. У наших богов такой же подход. Пусть нормально. Не знаешь легенду об Аиде? Он первым усвоил этот страшный урок, похитив Персефону, точив ее в подземном мире. Когда об этом узнала Деметра, мать Персефоны, она не стала называть виновника Аида. Вместо этого она изменила климат на земле, он стал жарким и сухим. А реки высохли, и земля стала неплодотворной. Убили 10 тысяч невинных людей, поэтому другим богам пришлось вмешаться, иначе у них не осталось бы последователей. Это правило прекрасно знакомо. Единственное, что в нем выделяется точная формулировка.
Если мы хотим выжить, то, как по мне, нам надо прислушаться к простой мудрости Фалеса Милетского, первого из семи греческих мудрецов, который сказал: «Избегайте совершать поступки, за которые вы порицали бы других». Вроде нормально, да, сказано. А вот вообще этому правилу следовало гораздо сложнее. Ибо даже если 99% людей будут придерживаться этому правилу, это все равно. Короче, кто-то один может, блин, накосячить, и все полетит в тартарары. The voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I wish you good luck for the golden room. Эти золотые статуи, застывшие в мрачных и экспрессивных позах, прекрасно подходят на роль моделей для моей одежды. Блин, ну везде найдет, слышишь, положительную сторону. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. Блин, все за Малеолу. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Nothing comes to my mind, my friend. Всех запугали, я смотрю. Всех совсем запугали. Те голосуют только... Краска для одежды, ясно. Блин, ну, очень много информации. И стало еще больше вопросов, если честно, чем ответов. Даже... You look well, my sartorial friend. Так, ну она, мы сейчас, наверное, на этом закончим, потому что, я же говорю, было много сегодня прочитанной информации, надо как бы это немножко обдумать. Почему-то никто не хочет рассказывать про... А вот еще смотри, кто-то здесь у нас. Вергилий. Пропавшую дочь магистрат. Так, ну, наверное, здесь мы остановимся и в следующей серии начнем с этого чувака. Его расспрашивать. У нас есть кое-какие уже зацепки по поводу того, что все плыли по реке и все видели незнакомца. Это совпадение, о которых нам говорили. Поэтому все, кто досмотрел, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. Всем пока-пока и до новых встреч.